Здравствуйте, уважаемые библиотекари, дорогие читатели библиотеки имени Оралхана Бөкея. Меня зовут Заурия Туриханова, я детский писатель и сценарист из города Нур-Султан. Сегодня я хотела бы поздравить вас с Международным днем защиты детей. Сегодня мы отмечаем уже 70-летие этого праздника, 70 лет мы отмечаем этот праздник. Вот, впервые этот праздник был официально утвержден в 1949 году в городе Париж, вот, когда на специальной сессии Международной демократической федерации женщин был утвержден этот праздник. А почему, вы думаете, именно 1 июня, а не какого-либо другого дня? Дело в том, что в 1925 году генеральный консул Китайской Народной Республики собрал всех детей, которые прибыли на тот момент из Поднебесной в Соединенные Штаты Америки, и устроил им праздник, такой вот замечательный праздник, который называется Дуань Удзе. Это фестиваль лодок драконов. В тот же день, по такой вот, возможно, случайности, произошло еще одно важное такое событие. В этот день в городе Женева проходила первая международная конференция, во время которой обсуждались проблемы детей. Вот, и с тех самых пор было принято решение, что именно 1 июня, это первый раз, когда взрослые стали говорить о детях, о проблемах детей, о защите детства, вот, стали проводить такой вот хороший, интересный и, я думаю, полезный праздник. В целом, я хотела бы отметить, что являюсь автором такой вот книги, как «Сердце нашей Родины. Прекрасная страна». Эта книга вышла в 2017 году. Мы также отметили очень много важных сведений о том, что касается прав детей. Это вот такой вот небольшой раздел, который называется «Астана. Город, дружественный к детям». В этом разделе я указала, что международная конвенция о правах детей была впервые закреплена 20 ноября 1989 года Генеральной Ассамблеей ООН, а также были закреплены права детей. А детьми у нас считаются люди, не достигшие возраста 18 лет. Вот. И впервые в 1989 году международным правом было закреплено, что дети имеют многие права, в том числе и базовые права. Это право на жизнь, право на имя и приобретение гражданства. Это право знать своих родителей, право на их заботу. Право на уровень жизни, необходимый для физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития. Право на охрану здоровья. Право на образование. Право на сохранение своей индивидуальности. Право на недопущение дискриминации. Право не разлучаться со своими родителями. Право свободно выражать свои взгляды, мнения и быть выслушанными. Право на свободу мысли, совести и религии. Право на свободу ассоциаций и мирных собраний, право на личную, семейную жизнь, неприкосновенность жилища, тайну корреспонденции, право на заботу и достойную жизнь для детей с особенностями психофизического развития, а также многие другие права, которые закреплены Международной конвенцией ООН. Эта книга, мы специально включили этот раздел в книгу, чтобы дети всегда знали о своих правах и о том, что их права всегда будут на защите общества.
Также я хотела бы по традиции в этот прекрасный день, в День защиты детей, взрослые делают все, чтобы порадовать детей, чтобы сделать их жизнь более интересной, насыщенной, защищенной. Вот. И сегодня как автор, как детский писатель, я хотела бы предложить вам почитать мою книгу, мою новую повесть, которая называется «Айша и невидимые соседи». Эта повесть сейчас доступна в приложении iKitab Dukene. Приложение можно скачать бесплатно в App Store и Google Play. Также вы можете написать мне свои отзывы, комментарии, предложения по этой книге. Я запустила ее в необычном формате в виде книги и сериала. То есть каждую неделю, начиная с 1 мая и заканчивая 1 июня, Днем защиты детей, я выкладываю по несколько глав, и читатели имеют возможность читать эту книгу в виде сериала. Вот такой интересный формат. Также я хотела бы поблагодарить вас за то, что библиотека Оралхана Букея заказала мои книги. А это книги, выпущенные очень известным и хорошим издательством Алматы Китап Баспасы. Первая наша книга, которую мы выпустили, это «Наш любимый город Алматы» на казахском и русском языках. Книга посвящена тысячелетию города Алматы. Здесь вы можете узнать об истории города, знаковых топовых достопримечательностях. Это топ-10 достопримечательностей, спортивных, образовательных объектах, о природе. Это очень интересная, замечательная книга, и она интересна именно тем, что она идет в повествовательной форме. Здесь вы можете увидеть, что это дневник путешественника и, в общем, мальчика по имени Алан. И вот также есть заметки его дедушки, заметки Ата, которые дают вам хорошую информацию, свыше 60 фактов и сведений о городе Алматы. Что касается книги «Сердце нашей Родины. Прекрасная Астана», это тоже книга-путеводитель, которая посвящена 20-летию столицы. Книга впервые была издана в 2017 году, также издательством «Алматы Китап Баспасы». Ее особенность заключается в том, что книга написана девочкой, то есть главной героиней здесь у нас девочка по имени Аружан, от слова Ару Кала Астана, прекрасный город Астана. Вот, и помогает ей в изучении города это такой вот гаджет, посмотрите, Айя. Виртуальный робот-помощник Айя, который рассказывает, дает сведения и информацию о городе. Это свыше 90 интересных фактов и сведений, которые дает именно Айя, не говоря о том, что есть информация. Каждая страница — это хорошая новая информация о самом городе. Вот эти две книги, они сейчас находятся они есть во многих библиотеках страны, а также будут в вашей библиотеке в скором будущем, как мне сказали, а также в библиотеке Конгресса США. И еще одна моя книга – это «Амина Турам в стране номадов», такая замечательная фэнтези-книга, моя дебютная книга. Я хотела бы получать ваши отзывы, ваше мнение об этой книге. Надеюсь, она вам будет интересна. Это роман-повесть о приключениях девочки по имени Амина, которая попадает в волшебную страну кочевников. Ну вот, спасибо вам большое за внимание. Я буду рада общению с вами. Надеюсь, после окончания карантина у нас будет возможность встретиться вживую и поговорить
о тех книгах, которых я упомянула. И я буду рада ответить на ваши вопросы. Спасибо большое. Еще раз с праздником. Желаю вам добра, счастья. Будьте всегда веселыми, здоровыми, чтобы ваши жизненные планы, ваши мечты исполнялись. И я надеюсь, вы будете счастливы, защищены и здоровы. Желаю вам здоровья.